На вооружение вооруженных сил Казахстана поступят ударные беспилотники турецкого производства «Анка». Переговоры между турецким производителем «Тюрк Хавачилик В. Узайсанаи» и Казахстаном продолжались некоторое время и в результате было подписано соглашение, сообщила в Твиттер турецкая компания. Контракт был заключен от Казахстана, Казспецэкспорт, со стороны Турции, аэрокосмическая компания «Тюрк Хавачилик В. Узайсанаи», которая является производителем беспилотников «Анка». Воздушные силы Казахстана до 2023 года получат 3 единицы беспилотников «Анка», 2 наземные станции управления, а также пакет логистической поддержки, а именно техническую документацию, обучение и запасные части. Работы по созданию беспилотника начались в 2004 году. Первый полет был совершен в 2010. В 2013 году стало известно о первом их заказе для вооруженных сил Турции. Компания TAI разработала две версии летательного аппарата «Анка Блок А» и «Анка Блок Б» или «Анка С». В первом варианте боевая машина способна выполнять разведывательные функции, а «Анка С» может нести дополнительную нагрузку в виде бомб и ракет. Дрон оборудован системой технического видения высокого разрешения с инфракрасной камерой, лазерным целеуказателем-дальномером, радаром с синтезированной апертурой, защищенной системой передачи данных и бортовым компьютером турецкой разработки. Технические характеристики беспилотника «Анка» следующие. Размах крыла – 17,5 метров. Длина – 8 метров. Вес – около 1700 кг. Вес полезной нагрузки – 350 кг. Крейсерская скорость – 200 км в час. Радиус действия – до 250 км. Время полета – более 30 часов. Практический потолок – 9 км. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.